Приветствую вас. Я думаю, что для начала было бы неплохо разобраться с тем, чего вы вообще хотите. Да? То есть вот в том смысле, что вам нужно вообще. Потому что, допустим, вы хотите, чтобы вам, к примеру, оказывали помощь. Да? Хорошо. Для этого что-то нужно. Да? То есть, ну, объективно. Давайте смотреть как правда в глаза, да? Для этого что-то нужно, чтобы вам хотели помочь. Вот. Дальше. Как вы сами полагаете, как бы сами полагаете, если вам помогут с работой, с мужчиной, то это будет ваша работа, это будет ваш мужчина, или как? Ведь на самом деле довольно важный момент, чтобы вы чувствовали удовлетворенность от того, что вы делаете. Если удовлетворенности вы не чувствуете, то даже если вам помогут, ничего хорошего из этого не будет, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому как раз таки я потому вас и спрашиваю. Вот вы хотите, чтобы вам помогли. Вот. Вы говорите, что чувствуете себя, почувствовали бы себя нужны, если бы вам помогли. Но вопрос, как мне кажется, заключается в том, остались бы вы, точнее, с собой. Вот это, мне кажется, довольно такой важный момент, потому что как бы все это не обернулось еще одним разочарованием, потому что этого, условно говоря, добились не вы, да, то есть, ну, грубо говоря, не вы добились там чего-то, и, соответственно, насколько вы можете вот чувствовать себя удовлетворённо. Второй момент, это, конечно, то, как вы сами к себе относитесь. Вот, ваше отношение к себе, оно, на мой взгляд, оставляет желать лучшего, вот, в том смысле, что оно у вас бичующее, как будто бы себя, оно у вас наказывающее, как будто бы себя, и оно у вас очень сильно обесценивающее, да? То есть вы себя, вот, образно говоря, как будто бы обесцениваете, и обесцениваете вы себя достаточно сильно. Вот. То есть как быть, если я никому не нужен? Понимаете, не знаю, замечаете вы здесь или нет, но вы транслируете идею о том, что
если я никому не нужна, да, то жить мне нет. И довольно опасно, потому что, ну, люди все-таки могут не проявлять к вам симпатию. Дальше. Если ты обуза, ну откуда вы знаете, что вы обуза? Нет смысла жить, когда я не нужна нигде никому. А что интересно лично вам? Ну вот, понимаете, вот в чем как раз, штука. Вот. Что интересно лично вам? Что могло бы быть интересно лично вам? Вот что я бы сказал, ну, интересует, интересует лично меня. Что интересно вам? Вот вы говорите о том, что нет смысла жить, если ты не нужен никому. А у меня вопрос про интерес ваш. То есть вот, если что-то, что вам интересно. На мой взгляд, это весьма-весьма важный момент. Потому что, интерес других людей важен, интерес других людей нужен, интерес других людей ценен, но еще важен и то, что интересно лично вам. Дальше. Не хочу навязываться. Почему вы решили, что вы навязываетесь? Это простыд. Вы сидите с чего-то в себе. Была бы нужна, помогли бы мне найти работу или найти мужчину. А почему вы считаете, что сами не способны этого сделать? Все меня знакомы, наплевать. Кроме бабы, мне просто раз помог с работой. Где тут Бог? Какой? Я сама все должна делать сама. А вы считаете, что вы не должны? Ничего, что вы себе нужны. Потому что вы себя обесцениваете. Это бросит меня о чем-то, это их желание. Откуда вы знаете? Когда выполняешь их нужды, ты нужен, но тогда чувствуешь, что тебе это не нужно, что тебя используют правильно, потому что вы это делаете, во-первых, через силу, во-вторых, вы это делаете для чего-то. Ну, то есть это, словно говоря, неискренне. Получается неискренне, такая неискренняя действие. Получается. Вот, к сожалению. На этом все. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Рассмотрите, пожалуйста, для себя вероятность, возможность психотерапии. Вам это, мне кажется, нужно.